Выборы позади, итоги подведены. На очередном заседании Белгородского горсовета народным избранникам, которые прошли по результатам до выборов в депутатский корпус города, вручили временное удостоверение. Сегодня избирательная комиссия на своем заседании вручала удостоверение депутатам Белгородского городского совета 6-го созыва, которые были избраны 13 сентября. По одномандатному избирательному округу номер 13 – это Репухин Николай Витальевич, номер 18 – Егоров Максим Евгеньевич, номер 21 – Щеглов Александр Федорович и номер 25 – Овчинников Иван Владимирович. Городской территориальной комиссии отметили, избирательная кампания и сами выборы проходили в непростых условиях, внесла свои коррективы пандемия. Но трудности все же удалось преодолеть.